Ярослав закончил бакалаврат, теперь идет служить в Грифон. Парень рассказывает, когда поступал, профессия оказалась романтичной и интересной, а форма, считал он, придает солидности. Сейчас же, говорит, понял настоящую суть профессии. Последние события, они только привели в тонус нашу милицию, нашу армию, что она начала делать то, что и должна. Пусть сотрудники должны перестроиться, общество должно тоже перестроиться, керевництво. И уже мы на практике покажем, что мы себе представляем. На плацу 339 курсантов торжественно получают дипломы. Они уже знают, куда пойдут работать по распределению. Ректор университета объясняет, их выпускники служат по всей стране, и этот выпуск особенный. Ведь некоторые из ребят отправятся служить в зону проведения антитеррористической операции. Ну, існує же підрозділ. Райвідділи, нема такого району, де нема райвідділа міліції. І там треба їхати туди і виконувати свої обов'язки. Зараз, як ніколи, слова присяги, вони актуальні. Раніше ми там присягали, казали на вірність народу. А що ти, що думаєш, що не вірить, що це таке далеко було? А зараз це так, так важливо, так, ну, практично. Зараз перевіряється на вірність народу. Уже сейчас университет готовится к следующему учебному году. Для подготовки будущих специалистов открыт новый тир и учебный райотдел. Это позволит студентам понять принципы работы участковых милиционеров еще во время учебы, говорят в университете. Анна Сердюк, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».